Всем огромный привет! С вами Валентина, и вы на канале «Жизнь по-новому». Друзья, мы с вами на картофельной грядке. Сейчас занимаюсь прополкой. Вот так вот эти три рядочка, видите, уже чистенькие. Я их прополола. А вот эти рядочки еще стоят в зелени. Берем сапу и начинаем полоть. Бурьян потом собираем, который вы спололи. Я его не выношу, а вот так закидываю за себя и иду дальше. Прополола и туда за себя. Без напряга вот так делаю три рядочка. Оставляю на день. У нас сейчас 30 градусов. Бурьян превращается вот в такую труху. Он уже не приживется. На следующий день прихожу. Пропалываю еще три. А эти уже подгортаю. Как я это делаю? Вот так сапой наворачиваю с одной стороны на куст, прям в ряду стою и вот так наворачиваю. Потом поворачиваюсь и с другой стороны точно так же. Делаю такой гребень, чтобы картошка была у нас в этом гребне. Наворачивать нужно хорошо, желательно после дождя. Ну, хотя бы первый раз нужно хоть и сухеньким подгребти. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы ваша картошка не вытянулась, чтобы она дала дополнительные корешки, чтобы не перегревались клубни, и ей легче было сохранять влагу. У нас в народе говорят, чтобы картошка не стекла. Вот так. Обязательно проведите эту процедуру. А с вами была я, Валентина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. У нас много интересного. И до новых встреч. Пока-пока.